В областном центре появился новый светофор на пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева. Регулируемым этот перекресток стал утром 10 октября. Согласно новой схеме дорожного движения, автовладельцы смогут выезжать во всех направлениях с бульвара, в том числе прямо в сторону свободного переулка, пересекая проспект, сообщили в горадминистрации. Заявляется, что светофоры являются умными, то есть должны эффективно реагировать на дорожную обстановку. Днем пешеходные фазы на перекрестках будут оптимизированы автоматически, а с 9 вечера и до 7 утра для включения зеленого света пешеходам нужно нажать на специальную кнопку.